10 февраля по всей России пройдет всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2013». В администрации города сегодня обсуждали вопросы подготовки мероприятия. В этом году чебоксарцы выйдут на лыжню уже в седьмой раз. Наряду с любителями будут участвовать спортсмены-профессионалы, чемпионы и ветераны спорта. По традиции старты пройдут в парке 500-летия Чебоксар. Лыжникам предстоят забеги на дистанциях 2, 5 и 10 километров. Как обычно, будет проведен VIP-забег на 2014 метров. Победители и призеры лыжной гонки будут награждены медалями, дипломами и памятными призами Министерства спорта России. По данным Управления культуры и спорта администрации города, в этом году планируют принять участие 12 тысяч любителей лыжного спорта. Оргкомитету предстоит огромная работа по организации парковок транспорта, обеспечению горячего питания и безопасности мероприятия.